Так называемое дело об исчезнувших скульптурах буквально взбудоражило сочинскую общественность. О том, что бронзовые изваяния «Нежность» и «Нимфа» исчезли со своих постаментов на территории санатория «Волна», стало известно еще в конце прошлого года. По факту перемещения, как оказалось, памятников культуры регионального значения было заведено два административных производства – на директора «Волны» и сам санаторий. Сегодня в здании суда Хостинского района состоялось уже третье заседание. В зал суда пригласили консультанта из краевого управления госохраны объектов культурного наследия. Он дал свою оценку состоянию «Нимфы» и «Нежности». Они после перемещения, напомню, были обнаружены в одном из гаражей бальнеолечебницы «Мацеста», в группу компаний которой входит «Волна». В принципе, они были в хорошем состоянии, никаких там потертостей, никаких сколов, повреждений не было. В принципе, и нас это как бы порадовало, что они хоть и незаконно были перемещены, но находятся в удовлетворительном, так скажем, состоянии. Представитель санатория «Волна» отметил, скульптуры переместили, дабы обезопасить их от возможных действий вандалов. Санаторий сейчас законсервирован, поэтому должной охраны бронзовым статуям обеспечить руководство не в силах. Какого-либо злого умысла в их действиях не было. Но факт перемещения памятников культуры, что строго запрещено законом, все-таки был, отметили в суде. Поэтому решение по делу было однозначным. Признать закрытое акционерное общество санатория «Волна» виновно совершить административное правонарушение, предусмотренное части 1 статьи 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей. Наказание могло бы быть и более суровым. По статье за нарушение требований сохранности объектов культурного наследия штраф на юрлицо может доходить до 5 миллионов рублей. Но суд, вероятно, учел плачевное финансовое состояние санатория. Свое наказание понесет и директор «Волны» Маргарита Мучаева. Правда, ее сегодня в суде не было. Она выплатит штраф 50 тысяч рублей. Решением суда я удовлетворен. И для других будет назидание, для других владельцев, у кого на территории находятся наши исторические памятники, архитектуры, искусства, истории. Что касается дальнейшей судьбы «Нимфы» и «Нежности», городская общественность и краевое управление госохраны памятников культурного наследия будут настаивать на возвращении скульптур на прежнее место. Территорию «Волны» памятники украшали с 1960-х годов. В Сочи, предположительно, были привезены из Германии. Даже есть информация, что бронзовые изваяния «Нежность» и «Нимфа» принадлежат руке самого Родена. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.